Привет, всем, Влад Леджер. Минус 21. Сессия закончена. И я иду утром в 9:30 в минус 21 в свою школу. Не факт, что я вам покажу что-то из школы сейчас в этом видео, но если что, тогда-то расскажу что-нибудь, если я не сниму там. Но это относительно норма. Я уже вышел из своей школы, кстати, мне кажется, стало потеплее. И, значит, я помог своей учительнице по географии с компьютером, подключил ей принтер, поговорил с остальными учителями хорошо, ну и все. Встретил своих знакомых, вышел там как такой батя в здание, проводил первый класс до физкультуры, они шли все за мной, ну и вроде все. А сегодня мы еще вечером идем в ресторан. Ну как ресторан? Кафе Хинкальное. В Хинкальное идем. О. И там я ни разу не был. Буду там первый раз. И там мы идем с моими однокурсниками. Из них, из которых сдали только там двое. Закрыли сессию. А трое нет. Потому что мы идем в пятером. Эх, скорее бы уже. Прошел Watch Dogs 2. И концовка мне не понравилась. Игра мне понравилась, а концовка нет. Концовку что-то слили. И мне это не нравится. Очень хреново. Мне кажется, как будто я не прошел игру. Какая-то она незаконченная получилась. Поиграл в кое-какой сайд-квест, который не прошел, и все. И все, закончил играть. Теперь жду сюжетных DLC, если они будут. Резик сейчас не начну играть, потому что мне нужен Kingdom Hearts 2.8 для этого канала. Мне надо продолжать историю серии и играть в 0.2. Вот так. Сейчас я еду в лифте и иду в Хинкальную. Сейчас там минус 12, потеплее, чем утром, но ощущается, как было утром. Минус 19 только, а не минус 21. Короче, иду, и холодно. Темно, тихо, меня хреново видно. Еще немного городских нежданчиков. Окен у нас, а не океан. Сейчас я заходил в этот окен, чтобы немножечко согреться, потому что подморозило меня немного, а еще времени и есть. Я не хотел это время стоять на морозе входа в Хинкальную. Поэтому я уже вышел и почти дошел там уже. Она уже впереди Хинкальная. Я уверен, что этот дом будет классно смотреться, когда в нем уже заживут люди, которые горят себе. Потому что он огромный, нереально. Кто-то еще не убрал новогодние огоньки. Прикольно. Вроде как дошел, вот она, эта Хинкальная. Теперь жду друзей. Yeah.
мы закончили тусить и теперь идем домой. А кто-то еще гулять. Это ужасно. И тут еще у меня шашлычок остался. Шашлычок, может быть, завтра, на завтрак. На завтрак ты ешь шашлычок. 1000 рублей за человека, это вообще ужрал. Да, это дофига слишком. Я не съел. Я обожрался. Я только хинкали не стал. Я ничего не съел, уже наелся. Я только хинкали не ел. Ну, блин, не захотел. Ну и сейчас без 20:12. Я еще не монтирую блог. Сейчас я буду выбирать себе стрижку уже новую. Пора стричься. И на этом все. Если вам понравилось видео, палец вверх, подписка внизу. С вами был Ledger. Всем пока.